Уголовное дело по факту смерти ребенка в бассейне спортивной школы номер 2 Новочебоксарска отправлено в суд. Напомним, 17 ноября, в День здоровья, там утонул 9-летний ребенок. Директор второй спортивной школы города Спутника обвиняется в совершении преступлений, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и халатности, повлекшим за собой по неосторожности смерть человека. Установлено, что в период времени с мая 2017 года по ноябрь 2018 года директор спортивной школы организовал платные занятия в плавательном бассейне без надлежащего медицинского обеспечения и наблюдения за безопасностью проведения занятий, а также без оснащения спортивной школы необходимыми спасательными средствами. То есть фактически оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Материалы уголовного дела для рассмотрения по существу направлены в Новочебоксарский городской суд. Сейчас перед каждым днем здоровья назначают ответственных лиц за их проведение.